Flashbender 2 Small Reflector. Обычный рефлектор, который очень просто одевается на спушку с помощью липучки. Затянули. Может посильнее, может послабее, или принципиально. А вот здесь начинается отличительная особенность. Что это за тряпочка? Эта тряпочка особенная. Вот здесь вшито две гибкие направляющие. Не знаю, из какого материала. Но особенность является то, что вы их можете деформировать и направлять. Не гнуться. По сути своей очень интересно получается светоформирующий инструмент. Можно создать тот характер света, который вам необходим, по крайней мере в плане направленности. Вот свет от потолка. Это интересная вещь. Плохо. Думаю, три. Последний.